В ДК «Тракторостроителей» столицы республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника уголовно-исполнительной системы и 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Поздравить сотрудников ведомства пришли почетные гости: глава Чувашской республики Олег Николаев, руководители органов законодательной и исполнительной власти региона, взаимодействующих ведомств и структур общественного контроля, а также сотрудники и ветераны пенитенциарного ведомства Чувашской республики. Открывая мероприятие, начальник УФСИН по Чувашской республике Геннадий Шиндин отметил, что гордостью уголовно-исполнительной системы всегда были и остаются люди. Выразил всему личному составу регионального управления признательность и благодарность за добросовестное отношение к службе, высокий профессионализм, честность и целеустремленность. Благодарю весь личный состав за грамотное и четкое решение поставленных задач, за самоотверженность и готовность нести службу в сложных условиях, порой сопряженных с серьезными рисками для жизни. Уважаемые коллеги, еще раз от всей души поздравляю с праздником. Желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, боевого настроя и новых свершений на благо великой России. Поздравляю! Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечивают профилактику правонарушений, защищают права и законные интересы осужденных, создают условия для их адаптации в обществе и возвращения к законопослушной жизни. Это непростая, но очень важная работа. Чувашской республики Олег Николаев также поздравил сотрудников УФСИН и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и, пожелав им мира и благополучия, руководитель региона отметил, что уголовно-исполнительная система Чувашии носит весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, а за всеми высокими показателями служебной деятельности стоят сотрудники ведомства. Конечно, они разные. Люди, которые оступились на жизненном пути, и требуют совершенно разного отношения, и ровно вот это на сегодняшний день вами реализовывается. От тех людей, которые требуют особого контроля и соответствующего отношения, заканчивая теми людьми, которые могут практически свободно себя чувствовать, не менять привычный уклад жизни, но при этом нести повинность, ну и соответствующим образом почувствовать определенную, наверное, степень ответственности за свои деяния. В этот день слова поздравления прозвучали и от почетных гостей мероприятия, которые наградили отличившихся сотрудников ведомственными медалями, почетными грамотами и благодарностями за многолетнее плодотворное взаимодействие. Завершилось мероприятие концертной программой. День работника уголовно-исполнительной системы – это символ глубокого уважения и искренней благодарности всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Елена Яковлева, пресс-служба УФСИН России по Чувашской республике. Жизнь столицы.